Всем привет, с вами Андрей Броскей и Сергей Габриэль Бельмонт. И мы продолжаем играть в Resident Evil Code Veronica X на PlayStation 4. Ну, вы видите ситуацию. То есть, тут, я не знаю, как это комментировать. Труба наша героиня. Нет, нет, что же ты... Нормально. Что же ты собираешь? В общем, мы решили почистить немного инвентарь, выложим, на наш взгляд, лишние предметы. Вот так вот ставим... Немного свободных слотов, и у меня есть ну, вот. Тут аптечка есть. Да, неплохо. На самом деле не трагично обстоят дела. Мы до стрима все обсуждали, как там проходить, переигрывать. И но... там, вспомни, там за некоторыми решетками, там где не видно, там трава была. Надо пособирать потом. Вот эту использую, да, аптеку? Ну да. И нифига. Нифига себе. Нифига себе. Все себе, но совсем просто не подлечила ее на 100%. Много мы побегали в предыдущем видео, не мог я найти выход. Сейчас мы будем исправляться. Ой, ой, стой. И еще с этими, конечно, ульями, или как там назвать, коконами, с этими бабочками. Да, да. Тут у нас есть записка Александра. Мы ее пролистаем. Не будем зачитывать. Кому интересно, друзья, нажимайте на паузу, изучайте английский, и все будет шик. Да, Реджел, слушаем тебя внимательно. Ха, спасибо, все себе. Да, видишь, исправляюсь. Ты ж меня постоянно за это дело ругаешь. Я стараюсь не говорить таких фраз. Так, мема добавлена у нас к остальным запискам. Ну, эти бабочки, они меня реально просто пугают. Очень пугают. Ну, я же говорю, там надо быстро. 20. Вот, там уже сразу. Наклацал быстро. Не подбегай. Вот сейчас клацает. Она как-то сорвать ее должна. Мишень может там зажимать прицел. Сейчас все сделаем. Сделай. Я надеюсь. Я не уверен. Да ну что ты? Вот как-то. Видишь? Чик. Да, кнопку крестик, наверное, надо давить, и она тогда. Когда стоит, да? Наверное. Да. Но мне кажется, я допустил ошибку, я забежал не совсем туда. Нам нужно попасть в комнату, где были доберманы. А они были в комнате внизу. Ух, ничего себе, тут, оказывается, можно приблизить карту. Вау, 10 часов Андрюха играл, и только он об этом узнал. Ну, серьезно, вот это открытие. Старайся, на стенах видел паутина, не подходить к паутине. Да ты видел, я там шел, она просто из-за угла напала. Ну, вот она сидела в этой паутине. Вот, тут уже, они... Уже они летит, уже... Да ну, ты посмотри. Откуда он, сука? Нет, видишь, согнал ты ее. Так как... Вон там, ну, веник. Да нету личинки, она не отложила. Как? Ты... Она, ты что, там на спине, по-моему... Что там? Нормально там кокон образовался у меня. Какой кокон? Нема ничего вообще. Ничего, да? Да, я там крестик тарабанил. Ты ее, походу, струсил сразу. Представляете, друзья, какое открытие? Кнопка крестик – это струсить. Перхать с плеча. Да. Ну, давай. Ну, и интенсивное нажатие кнопки крест. Надо будет ставить 18+ на этих роликах. Поклацай. Вот здесь, вот за поворотом вот этим вот. Уже там где-то аптечки мы находили еще траву. Все нормально, я водитель лимузина. Да, сейчас все будет. У меня есть дезик, если что. Да, дезик лечебный. Тут главное добежать к доберманам для начала. Мне понравилось, как я там струхивал эту личинку там с автомат, с калаша, он дыхал все кнопки подряд. Хотел подстрелить ее. Нет аптек просто. Вот смотрите, друзья, где мы прозевали. Где мы прозевали? Что это? Вот мы прозевали кнопку. Включить электричество. Включить. Да, включить. Это мы бегали там 20 минут. Ну, Андрюха бегал, ладно. Ну, это уже поздно было. Андрюха уже спал.
Вот теперь чудо произойдет, друзья. Вот теперь мы видим, да будет свет в этом видео. Вот здесь были аптеки. Вот видишь, какой-то тумблер тоже. Тумблер здесь мы нажимали, это же самое туда. Это же мы запустили турбину. Здесь популяция под стеночками. Вот трава. А вот, пожалуйста, трава. Да будет собрана она. Вот сейчас тебе полностью жизнь. Отлично. Я доволен. Скушай травку. Ты думаешь, ее сразу надо захавать, окей? Или скурить там. Все, 100%. Нет. Нет. Сильная личинка была. Личинка. Слушай, ну представь, вот тут, да, не пойму. Ну было темно просто. В самой игре темно. И мы реально мимо пробегали, ну, не обращали внимания на этот поворот. Ну что ты, телек доволен теперь спустя время? Да, все нормально. Ну еще ж мы поднастроили его. Ну да, я вот сейчас, как мы тогда его поднастроили, я тоже, ну, доволен. Для фулл-HD-шника более чем доволен. Но тут смотрю на изображение, классная картинка. Да, я начинаю отличная. Иногда уже смотреть на мониторы, не на некоторые моменты мне начинает, да, больше нравиться здесь. Ну потому что у него ж выше контрастность, потому что мониторов таких нет. Ну. Такой контраст. Да. Ну, по крайней мере, на этом. Тут же еще накрученные специальные фишки, вот эти вот современных телевизоров, через прочные вот это вот. Я смотрю, мы наклеили на эту коробку. Да, ее отправить теперь надо вот куда-то. О, а эта коробка. Патронная. Помнишь, мы видели ее, когда постоянно в оружейку заходили? А может, ты теперь можешь. Давай все выключатели, все рычаги дергаем. Этого не хватало в прошлом видео. Сейчас мы активируем. Не, оно, видишь, одно в оружейку уедет, а одна в этот. Я надеюсь. Ну, слышишь звук нехороший. Оружейка в другой стороне, да? Ну, двигай, слышишь. В оружейку сначала. B.O.W. Я начинаю нервничать. Стоп, откуда тут огонь? Это нельзя нажимать, не было видно. Свет, видишь? Этот щиток. А вот через коробку, залазь на коробку. Нет, она не идет. Вот она приехал. И там револьвер, что ли? Да, магнум. Магнум, который можно использовать. Ну, теперь надо найти что-то. Но он мне преграждает путь. Огонь. Странно, очень. Вот этот аппарат на стенке не работает, да? У нас были где-то одни тушители? В самом начале игры, да, по-моему? Может вернуться? Да, на вот эти рельсы она не залазит. Да? Нет, пробовали. Теперь нам нужно, мы же вторую коробку отправили, вот в этом направлении. Одна уехала в оружейку, одна вот это биологическое там, оружие и все остальное. Это что такое? Противовоз. Что-то зелененьким все загорелось. Газовая маска. А когда ее одевать? Может быть, сразу? Не здесь. Не надо ее. Сейчас можно не использовать. Это паук тут внизу. Ага, вот она там. Так он сейчас должен плюнуть, чтобы он в меня не попал. Бегаем аккуратно, бегаем. Ну что-то он... Вот он, баллон. Leaking anti-bow gas. Ага, и тут бежит. Вытекает газ. Так что, на паука надо стрельнуть просто. Я не знаю, что делать. Подманить его. Вот вниз, да, спрыгнуть. Да нет, там немного разломанный типа пол. Вот видишь. Может попробовать на паука под это. Чтобы он. И потом. Ну, вот сейчас. А зачем? Отходи. Мне пока непонятно. Да не, Андрюк, он такой старый. Не, я имею в виду, может выстрелить сюда. Ну, она же цель схватила. Может быть, уехала не туда. Наклейка не та. Ну да.
Так а если наклейка не та, что это, тупик в игре? Да не. Быть такого не может, правильно? А вот ну, дверь. А, стой, я понял, что надо делать. У нас там была... Где дверь? Там дверь была? Да нет. Нам нужно выбежать. Опять вот сюда. Тут под лестницей уже ничего. Не, под лестницей нет. Нам нужно попасть вот в морозилку. И вот здесь вот была еще труба. Это, наверное, может там газ применить. О, заблудился. Там же не было электричества. Может теперь я смогу нажать эту кнопку. Тут какая-то газовая труба вот с этим газом. Ну, тут не кнопка, тут слот какой-то. Походу баллон. Запечатать надо... в случае того, если, ну, если просочится ядовитый газ. Противогаз один в трубу. Одеть трубу. Одеть противогаз на трубу. Мне кажется, надо будет сейчас клацать кнопки, может быть, не туда. Ой, показалось 36, думаю, нифига себе, я сказал, стряхнул там личинку. Патронов не осталось в калаше. Ну вот сейчас тут ящик дышал, сейчас стоял. А ну сейчас залазит. А нет, нет. Тут не нужно на транспортер ей попадать. Ну наклейки-то у меня нет, я правильно ее наклеил, получается. Другую. Если. Ну, мне кажется, если бы. А, стой, мы ж. Ой. Мы же включили на в кабинете, там еще были кнопки. Нам нужно вернуться в кабинет. Там еще что-нибудь сделать. Ну помнишь, где ящик? Главное опять мимо этих подруг пробежать. Ну, если что, ты уже знаешь как. Струшивать. О, так тут глянь теперь. Беги. Теперь светлее. Побежали струшивают бабочки. Не, она... Вот те две сразу струшивают. Там, видимо, она в определенный момент. Да я уже в определенный момент. Так, главное, чтобы она... Просто здоровья нет. Ну, раз. Одна ушла, вторую давай быстрее. А ну, выйди и зайди. Да я боюсь, что она вылупится. Ну да, типа через дверь она когда проходит. Не, глаза. Нифига. Все, заходи обратно, а то сейчас тебе новую прицепят. Глянь, она полезла, дрянь. А нет, нет. Ну она лезла, ты ж видел. Она ее просто поймала. Она когда оживает, наверное, ее нужно крестиком. Она, чтобы она ее рукой момент схватила. Поймать. Да. Ну здоровье ж не ухудшилось, как было каушен. Видимость. И вот нам в этой комнате включили свет теперь. Ну дали электричество. Вон ружье висит то на стене. Да не, меч. А, меч. Меч, это хорошо. Вот тут что у нас такое? Надо. Как не может быть? Теперь же ж есть свет. Не могу найти дырку для ключа, она говорит. Свет дали, а по-прежнему у нас баян какой-то. Ящик этот не толкает она вперед. Нет, да? Вот здесь вот тут. Нажать выключатель. Вот, нажми. Вы нажали. О! Когда есть электричество, можно отодвинуть полки. Неплохо. Не очень хочется туда заходить, но... Хорошо. Что? И что это? Жуткий или парень. The Suffering. То есть она не решается сюда зайти. Сейчас решетка упадет в них, да? Так, так должно быть. Звуки безумные. Это горшок под растение. Да. Я не хочу просто ходить тут. Сейчас упадет. Не.
Закрыть этот можно? Это, слушай, опыт кто-то проводил над этим дядькой тут. А что делать ну, С это, горшком. да, с горшком? Я думал, мы найдем какой-нибудь. Горшком отбиваться. А ну толкни шкаф в обратную. Не Она вылазит. туда не подходит. Ну все. Может быть, Горшок горшок это. нужно набрать воды где-то и затушить огонь? Как-то так, может, работает Да не, история. он же землей вроде А может быть, нам наполненный. нужно его осмотреть? Чекнуть. Обычный горшок, говорит. Но необычный он снизу. Something is posted here. Что-то здесь у нас находится. Это ключ. Это ключ от комнаты Mission Room Key was found at the bottom. От комнаты. От комнаты. От комнаты. От машины. От машины в комнате. Андрюха переводит с английского. Ну, давай, беги. Опа. Да-да-да-да-да-да. Я как она успела? Я не знаю. Труси. Трушу. Как она успела? Труси. Трушу. Струшивая, Андрюха. Так, давай заканчиваем эту историю с крестом. С крестом, который я несу теперь на своих плечах после этой фразы. Итак, комната, machine room. Блин, Серега, ну машинная комната, машинное отделение, да? Да, Вот. машинное отделение. Написано, что она весит 52 килограмма и 1,39 м. Ростом. Ну, окей. У меня как бы претензий нет. У вас какие-то есть претензии по этому поводу? Я не знаю, почему ты решила обратить внимание. Раньше Происходит. не сваливали. Не было, мы не обращали внимания. Там еще был разговор, сколько она весит, и какой у нее рост, возраст. А там все написано в опциях. Ой, больше не нужен ключ, я его выбросил, да? Я имею в виду в предыдущих частях. А в этой игре, да, писали. Ну, теперь у нас есть больше Рычаг. штук. Сейчас будем веселиться. Андрюха любит рычаги. Тут осталось добавить слово трусить. И все будет эпично просто. Так, это что у нас тут? Сильные дисплеи. Глянь, тут она не займет. Claire, О! it looks like there's an Australian observation base about 7 miles away from here. That should be our target. Что ты Great говоришь? news, and take a Трусил look at главный that. It's a рычаг. digging vehicle. If Мой we break рычаг. the wall with it, we might have a chance. Okay, let's do it. Давай там, и он будет, кто... Я понял, вот он, труситель рычагов, видишь? Где это, новое где дверь все сделали. время, где все время он пропадал, когда личинки у нас на спине там вылупливались, понимаешь? То есть бедную, это у нас кто там, Джилл? Клэр? О, как она стала, как мне нравятся ее ноги, а как ему нравятся ее ноги, глянь, глянь, там он отвлекся. Ну конечно. Стив, watch out! И у нас один противогаз на двоих, ты понимаешь? Вот жопа. Что делает жопа? Серьезно, что мне делать? Глянь, Одевай начинается. противогаз, Тудук, что тудук. делать? А Стив? А Стив пусть в носок дышит. А, не выбрали. It's all my fault. Все, моя вина. Ну, даже никто Don't не say отрицает. that. Listen to me. We'll escape from here together. Come on. We've got to shut off the take gas. my bag. If we split up, we'll have a better chance of stopping it.
Кей. Стив! Don't forget. We'll get out of here. Together. And then you take my bike. На сегодня веселые резиденты эпизоды у нас получается. Куда он убежал? Прибежал, слышишь, наблужил и убежал. Это ненормальное такое поведение Стива. Я бы, например, не на ее месте. Я бы свой приберег бы. Так, короче, что там? Я как-то в карту через инвентарь захожу. Ну, по логике вещей нам бежать вот к той трубе, да, наверное. Ну, там, где-то или вернуться назад с противогаза. Или в той комнате ничего больше нет. Ну тебе трактор это не просто так же, что такое. Там маску. Одеть маску и войти, обязательно. Ну хорошо, что я думал, сейчас начнется вот эта она музыка, сирена. Не на время маска. Я тоже надеюсь, что она на ну, неограниченный промежуток времени. Хорошо. А вот тут есть еще одна дверь, пожалуйста. Лестница там вниз обломанная. Ха. Вот он. Вот такая вот история. Это как раз тот вентиль, без которого зря бы я туда бежал. Хорошо, что решили вернуться. Ну и маска мне нравится, конечно. Так, ничего здесь больше никаких по углам не раскидано. Это, кстати, машина, это комната, верхнее отделение, где мы внизу, там, видишь, он турбина только что. Симпатичная турбина. У кого? Джилл, конечно. Ой, у Клэр или как это? Это Джилл или Клэр? За кого мы там играем вообще сегодня? Клэр. Да нормально, просто нельзя проходить несколько резидентов одновременно, грубо говоря. Ну классно, мне нравится. Интересно. Если бы я в 99-м дошел бы до этого места, ну, до этой локации, я бы вообще просто... Для меня бы была это лучшая игра, наверное, серии Resident. Ну, кто-то доходил. Поэтому она считается для крутой. Кого-то там. Давай, может, заглянем в комнаты, где не было света тогда включено, и ну посмотрим, да, может, что-то новенькое там. Действительно, было не видно. Вот опять ту же траву. Ну, там, видишь, он... Ну, не так было отчетливо видно, да, что тут много крови, но меня интересуют больше полезные какие-нибудь вещички. Это что там? Это лента, походу. Ну, она тоже пригодится. Тут Андрюха сейвится постоянно, потому что у него паника, истерика. А, вот, пожалуйста, папка с документами на столе. Тоже не было видно. Дневник работника 30 октября. Короче, Амбрелла опять наплужила. Тут. Не, будем вот так потихоньку я листаю. Если интересно. Ну, на стриме на паузу я сказал, нажимайте и просматривайте. Кто на Ютубе, конечно, будет это смотреть, тот будет. Будет у того такая возможность. Вот, сильно с документами, короче, париться не будем. Был бы на русском, зачитал бы я все без проблем. Там патроны. Да, 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 да. Не зря зашли, видишь, как. Как получилось. Закинь их сразу. Пистолет. Обязательно. Чик. Экономим калаш. Ну, он коробочка. Не. Ну, вот сундук с инструментами, но она с ними не взаимодействует. В общем, больше тут как-то ничего и нет. Ну, комната крутая. Конечно, когда включили свет, интересно теперь посмотреть. Так, а наверху, если мы налево рванем по лестнице, там подняться, не по ступенькам, да, там по лестнице, там какая-то дверь закрыта. Ну, дальше самолет. Ладно, там, наверное, исследуем чуть позже. Включим газ. Но... Это ты, скорее всего, там перекроешь давление, там, может, затушит пожар как-то. Что это такое? Это ты они... еще зайти не успел, а тебя уже там это... Прессуют, ага. Личинка внутри. А я вижу. О, поймал сразу. Нормально.
Парень, конечно, там, который в подвале сидит, вот он жутко. Действительно, с наклейками я сделал неправильно что-то и не получится. Давай, давай. Да нет, нет. Бред. Не было еще ни в одной части предмета. Если ты применил куда-то не туда предмет, либо обратно не брался, либо тебя в тупик загнал. Трактор, ну посмотри его со всех сторон, может там как бы. Нет необходимости использовать его сейчас. А, может быть там с трубой сначала надо что-то решить. Вон оно, да, как. Так не, вот он перекрывает, то есть что я неправильно делаю. Ну, я надеюсь, что она может дышать через этот противогаз бесконечно. Давай попробуем в комнату еще с пауком забежать. Снова мы вернулись, ну, понятно, в комнату с выключателем. Комната с пауком, это там, где B.O.W. Слушай, а где еще вентиль мы могли применить? Надо было, наверное, смотреться тут чуть-чуть больше. Да не, ну, по-моему, там его только надо применять, может быть. Ну да, я больше, ну, не припоминаю. Этот похожий был. Еще может быть. Там я был уверен просто на 100%, что именно здесь. А может быть там, где пожар, может там что-то можно открыть. Шкатулка. Ну, пожар в оружейке. Сейчас мы туда. Так, тут мы взяли маску. Ну, вот сейчас здесь, в газовом баллоне, применяется. Да не, а как тут? А, подожди. Это идея. Ну, он там, конечно. Нет, нет, нет. Может вентиль прикрутить к противогазу, чтобы ей там жизнь малиной не казалось бегать этой с балбайдой такой. У него даже, видишь, вот как слот этот квадратный. Как там? Я там просто не обратил. Не, а там нет, а там он ромбовит. Паук не хочет вылезти тут через решетку, чтобы мы с ним уже разобрались. Да пошел же ж ты вон! Он с тобой так разбегался. Да выпендривался, Андрюха. Бегал и получил плевок. И прибежал. Это плевок в спину был. Для Клэр. Редфилд. Ну, в оружейку давай. Эй, в этой комнате никаких больше. Надо было слушать не про задницу говорить, а о чем они болтали. Да не, ну куда тут вентиль на пожар использовать? Вот возле вот этой стенки перемены там где-то. Да не, ну здесь же нет. Не, вот это вот. Нет. Направо поверх. Сейчас
сюда. Вот тут? Не, зайди там, где на спине. А, так он на нас не взаимодействует. А, поэтому, ну, я могу, конечно. Не, его, скорее всего, туда, наверное, тащить где-то к самолету. Там, наверное, мы продевали. Опять бабочки. Твое любимое. Рычаги не ножик, но ничего не ёбает. Нет, тот им значит. Бабочкам просто, ну, куда к самолету дальше бежать. Давай исследуем. Тут уже все вдоль и поперек. Где можно этот вентиль вставить. Посмотрим еще раз четко на той трубе, какой там разъем. Да там круглую. А, стой, знаешь чего? Мы сейчас должны изменить форму в комнате, где печатная машинка. Там же резко по металлу стояла дезамбар. Он просто другой формы. Так, что у меня есть там еще? Я уже... Посмотри внимательно, сколько гран. Или оно само это может сделать? Да я думаю само, ну по-моему восьмигранник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да. Вот и вот, вот, вот в чем. Просто надо голову подключать, Андрюха. Вот видишь, я бы и не вспомнил, что там. Ну просто мы же играем каждый эпизод, ну, да, через неделю, поэтому сюда весь трабл. Пардон. Только не в комнате с печатной машинкой. Блин, вот это новая их тема, они теперь мечут икру какую-то еще в воздух. Нормально там. Черную. Они тебя сейчас облепят. Нифига себе. Они все себе, все себе. Не, они... Это просто атака мутантов. Короче, там нужно нажимать, когда оно дергаться начинает. Вот, он полез, и я давлю крестик. Понял, как работает? Вот, то есть какое-то время нужно выждать. Не в этой комнате, не в этой. Это была моя ошибка, но мы можем, знаешь, что сделать? Мы можем ленту тут оставить. Чернильную, естественно. Так, развернись. И вообще, Клэр, присядь, он там нормальная комната, покури сигару. Ну, что вот это на нервах тут постоянно? Она и так всю игру курит. Столько травы он там. Собрано было. Да-да-да. Какую бы игруху чикнуть на Sega вот, в рубрику Old School там? Дэнди там. Есть у тебя? Metal Slug. Metal Slug на Sega? Не, ну на этот, это ж... Neo Geo. Не, я имею в виду вариант в раздел, ну вы меня поняли. Ну я понял. Ну Metal Slug обязательно, это же было. Я хочу Beyond Oasis. Beyond Oasis. Да я же хотели с это. Тут микрофон уже будет через там пару недель. Так. Пару недель. Ну я думаю, да. Чё? Ну может месяцев. Какая разница? Beyond ждал год уже или сколько? Она ждала 32 года, чтоб я ее записал, Серега. Вместо, я не знаю, сколько у тебя в жизни она ждала, тебя, понимаешь? И тут она подождет еще пару месяцев микрофон. Прохожу. Раз в год я прохожу, говорит. Лянь, у тебя отравление, ты умрешь сейчас. Позор, Андрюхать. А как меня. А, это ж бабочки. Они это вот этим ядом своим. Пыльцой вот этой вот тебе там раскумарят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Противогаз надо было одевать. Опылили. Да? Ты представляешь? Представляю. У меня, и мы не сейвились, когда я там
оставлял ленту эту чернильную, надо было засейвиться, потому что 40 минут коту под хвост, потому что нету автосейвов, и нужно думать головой в такие моменты. Так, давай, бабочки беги, пошли, да вот тут налево, пошла налево, вон. Налево. Глянь, там... они вообще тут атаку устроили. Я не знаю, что с ними делать, с этими дрянями. Убегай. В комнату сразу забеги и сохранись, у тебя уже две личинки сидит. Это не та комната, надо их скинуть сейчас. Скинуть личинку. Короче, да. Что там вообще, меня траванули? Еще пока таких моментов не было. Ну. Вот там сразу несколько пошло. Когда она начнет шевелиться сейчас? По-моему, она там присосалась. Я просто хочу увидеть ее. Я просто не хочу, не хватало этого. Глянь, она не хочет вылупляться. Вот негодяйка. Тут идет расчет на то, что ты не просечешь ее, и знаешь, ну она да. Нет. Выскочит. Ну вот, рассчитал. Все, тут уже забили меня напрочь. Ты нет. Опять отравлен. Да? Ну за бок схватилась, значит, отрава. Это просто... поражение, крах. Вот эта комната, блин. Да, это вообще. Это адская комната. Хотя бы там пару штук, да, повесили бы этих бабочек. Ну не в таком количестве. Ну, да. Они еще вот это еще раз посевают по полной программе. Глянь, ты только. Да, это надо, сейчас я их тут всех перестреляю. Ты только подходишь к этому горшку. Все. Цветы закончились. Да нет, нормально, там не нужно использовать, они говорят. Как не нужно? Нужно? Как цветы? Ты ободрал уже все кусты. Курил все. Да не, нормально, вот она использовала. Вот так вот. Они постоянно респаунятся и получается тратить либо патроны, ну... Тут. Две. Три. Это просто личинка. Отправил. Я жду личинку, короче. Там кнопка крест. О, Андрюха, жди. Чуть не сделали тебе еще одну. Это реально. Вот она, вот она, камон. Ну тут видишь, чаще всего она активируется, когда ты с комнаты в комнату заходишь. Да, ну как бы ты забыл за нее, зашел, и она сразу активация. Ну, я надеюсь, дальше будут аптеки. Давайте, ну, засейвимся на новый слот. На крайнем случае я переиграю просто эти 40 минут уже там за кадром. Если вдруг сохранимся на 12-й, давай, правильно? На двойку. Сохранились мы на двойку. Да вот я ж написано 17. А там было два раза 12 или что написано, ты ж видел сам. Ленту надо было. Вернемся или топим дальше? А места много у тебя? Нормально. Побежали, побежали. Ух, повезло. Они какие-то безумные эти бабочки-переростки. Патронов там-то нет толком. Так, я не отравлен? Нет. Все чики-бабони. Практически. Комната направо. Так, комната там, где стоит аппарат по резке металла. Находится с правой стороны. Главное, чтобы сработало. Да
по-другому быть не может. Вон там уже ждет рабочий товарищ. Товарищ инженер, это вы тут заведуете аппаратом русским металлом? Карту я посмотрю только чуть-чуть. Сколько граней вы хотите, или зря я считал? А машина сама знает, как надо резать. Пожалуйста. 8 вы заказывали. Нет проблем. И там парень слышал, щелк-щелк, уже дверь открыл. Какая крутая игра, вот я просто в восторгу, моему нет предела. Не хочет он вылазить. Ну, там... хорошо. Да нет, ну тут какие-то сундуки. Это наконечник, скорее всего. И там еще что-то мигает. Полезные вещички не хочется оставлять. Аптек нет. Сейчас я даже стрелять не буду. Главное, пойза не поймать. Вроде бы и траву уже нашел. И была этот лечилка. Нет. Умудрился и это все потратить. Сколько тут было, кстати, этих... Ну, тут видишь такой момент. Либо пульки тратишь, бля, ну-ка пошиться еще там. Без крыла, видишь, отстрелил ему крыло. Вниз. Я не вижу. Кусок крыла лежит. Да, это я вижу. Да нет, ему. Есть. Все. Иди сразу лечись. Я их ненавижу, ненавижу. Ты это самая жесткая комната. Опа. Не, ну вот это я погорячился насчет самой жесткой комнаты. Ну, это ж рабочий, значит, смена перерыв. Да, смена, это вторая смена. Ну вы пришли. Я надеюсь просто на то, что не вылезет тот парень, который там под решеткой сидел сейчас, и не начнет мстить Андрюхе за этих бабочек. We're safe now. Think again, Claire. Подумай еще. I shall enjoy watching you shriek in agony. Not this time! You gain! То есть головой то, что живот он мигает, понял? Можно подобрать. Это отлично. Ну, так мы не договаривались. Аптек-то нет. Что сейчас это было? Сейчас найдешь. Снайперку заберем обязательно. Как туда спуститься только? Снайперка, магнум. О-о-о, вот он парень, занервничал. Убили хозяина.
яме там километровая сидит. Ну и Сережка какая-то, видно, она нам нужна. Там кнопка на стене, позвонить, если там открытие, аварийное открытие двери. Все. А я говорил там, я говорил вам насчет того, что этого парня я не хочу встретить. Кошмар. Да. Может, они его в заставке ушатают. Снайперку показали не просто так. Ну, чтоб ты... Чтоб я запомнил, где она находится. Забрал, да, и может текать отсюда на машине. Давайте поговорим сначала с нашим напарником. Ну, забери сначала. Давай отсюда пушку. Выбираться. Или ты сейчас уедешь? А, нет, все. Не будем использовать сначала. Это он, наверное, мы можем уехать, но если мы хотим снайперку, нам придется, наверное, пересечься с этим парнем. Вот в чем. А, нет, нет, вот он, ё-моё. Это если ты хочешь магну. Я думал, как ее это забрать, а она вот. Это если я хочу магну? Ну, скорее всего. Мне так кажется. А там фихло. Claire! What are you doing? Let's go! Are you ready? I'm gonna bust through that wall. Да, можно было уехать без, но прикольно. Прикольно, то есть мы могли ее просто без нее убежать. Это парень шороха навел. Далеко они уехали, right. Правда? Отлично. Слушай, ну там мы не открыли ящик. Помнишь, там в той комнате вооружение? Там было. Так, ну нам наверх. Come on, let's go. По лестнице. Наконец-то мы можем выбраться из этого безумного места. Давайте глянем на кухню. Если ты спустишься, ты будешь на улице? А могу ли я спуститься? Я не могу оставить Стиви. Они хотят улететь, просто спрыгнув с этой вертолетной площадки. А вот оно. Все, а мы поговорим с ним. Привет, родной, что там, как дела? Не холодно тебе? Hurry up! Go, go, go! Понял. Okay, let's go! Come on, let's go! What, are you scared? Это здорово! Это здорово! У Андрюхи нет просто ни травы, ни аптеки, ни только синий снайпер. Пощечину тебе. Держи. Стиви какой-то... У меня много нехороших слов. Hold on. Сторону. I'll waste that monster and come back. Сейчас я быстро разберусь. Forget about me. Run! Забудь обо мне, беги. А давайте мы убежим. Алло. Пишет Рэйбл. Вот такого даже я не ожидал. Да, у него, видимо, есть вот этот круг, который открывается, понял? Не знаю, он стал невидимым. Он кидает какую-то ерундень в меня. Вот он. Вот.
ты прикалываешься, как убежать от этого? Меня отравили. Но все впереди. У меня есть калаш еще. Он же штука. Стрелы были. Давай используем сначала патроны на снайперку. Она не просто так была там подобрана. Сейн, а приблизить? Никак. На 2 метра. Я неплохо в него попал, там четко я попал 3 патрона, но они не сделали. Они не сделали победы. Неудачно, лучше держаться было ближе к камере, видишь? Это он бессмертный совсем. Попал? Да, попал ему, конечно. Все. Одной стрелы не хватило. Он меня не отравил помет. Доставка нас спасет от отравления. Сейчас она Стива заразит. Вот так вот и вымерла вся цивилизация. Держится он из последних сил. Клэр! You're alive! I'm sorry. I failed you. Don't worry about it. Let's go. Надеюсь, там, куда мы сейчас let's go, там будет аптека, которая лечит отравление. Потому что, Стив, придется тебе откачивать Клэр там с любыми методами. I swear I'll protect you next time, Клэр. Клянусь, в следующий раз я тебя обязательно смогу защитить. Ой, опять заставочка. Да, неприятно то, что действительно отравил. Надо было эту стрелу запустить. Вот как? Снайперку не зря подобрали. Look, there's a snowmobile over there. О, snowmobile. Снежный автомобиль в переводе. В дословном переводе. We'll be able to ride right over to the Australian base with this. Yeah, let's go. Сразу доберемся на австралийскую базу. Но не все так просто, по всей видимости. Ну, конечно. Слушай, ну мы комнату не посетили, оружейку. Да. Не туда, видимо, уехало оружие. Alexia, you're finally awake. Alexia.
Короче, не все так просто. Тут еще до конца очень далеко, а я там отравленный. Вместе с этим напарником, который... А, тем временем на другом изолированном острове Крис Редфилд. Following up on a lead given to me by Leon has brought me here. Глянь, тут он еще молодой. Молодчик. Из первой части прям таки парень. Из далекого 92-го года. Первая, 98-го. 98-го года. Какие крутые резики пишет Грэджел. Прям Том Круз. Да, молодой Томми. Томми Крузи. Томми из Кузи. Я иду тебя спасти. Правильно, друг. Самое главное, запасись миксом травы зеленой и синей. Потому что Клэр на том конце острова, или на другом острове, где она там, она отравленная там напрочь. Еще и придурочным стилем, или как его зовут. Наверное, мы, играя за Криса Редфилда, доберемся до тех мест, куда мы не смогли попасть, играя за Клэр. Так, у нас есть нож, пистолет, аптека. Все как бы неплохо. И теперь у нас есть еще трава. А теперь островую нам теперь будет вообще веселуха. I didn't expect to find another living person left on this island. Who are you? Охранник выжил. I came here looking for a certain girl. A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Did you just say Claire? You know who she is, don't you? Ты знаешь, кто don't она, не worry так about her. Не волнуйся о ней. I helped her escape. Several planes took off from this island not long ago. While I can't say for certain, she was probably on one of them. I see. I guess my sister owes you. Thanks for helping. Everyone's gone. I may be the only other person left. Go on. Follow your sister and get off this island. Найди свою сестру и выбирайся с этого острова. Так он что? Ой-ой-ой. Ты представляешь, может его нужно было убить, этого червя, когда мы играли за то? Может быть. А может быть, если мы его не убили, то... Темнокожий парень превратился бы в зомби. Я должен его спасти. Конечно. Интересно, как. Я даже не отрицаю. Давайте начнем. Знаете, как сейчас мы его спасем. Сначала спасемся сами. Вы на выход. Друзья, ну, в общем-то, игра по-прежнему, на мой взгляд, набирает обороты. В общем, теперь мы играем за Криса, и все становится только интересней. Но продолжим мы уже в следующем видео. Вот. Огромное спасибо всем, кто стал компанию на Twitch. И большое спасибо всем, кто будет смотреть это видео на YouTube. Для вас, как всегда, играл Андрей Броскей. И Сергей Гавриль Бельмонт. Спасибо всем. Всем пока. Пока.